Вот. А рано или поздно, я думаю, вы найдете сценарий, который вам понравится. Потому что мы с вами говорили до эфира, я читал ваше интервью газетное, что все сценарии, которые вам предлагают в последнее время, их просто вот не то что участвовать, даже читать противно, как вы сказали. Но, к сожалению, я должен это констатировать еще и еще раз. В силу того, что я давно читаю книжки и буквы знаю, вот вся моя беда в том, что я знаю буквы. Да, это страшная беда нашего поколения. И когда ты читаешь что-то подобное, после того, как ты прочел Картасера, Мрожика, не знаю, замечательных Фолкнера, американистов прекрасных, и читаешь вот это, тебе кажется, что ты сошел с ума. Вот правда. Ну, ведь на самом деле из любого сценария талантливый режиссер с хорошими актерами, при сильном кастинг-директоре можно собрать такую команду, что сделать неплохое кино. Вы знаете, это заблуждение. Оно, это рыло обязательно где-то пролезет. Потому что в основе любого художественного произведения, будь то кино, театр, неважно, я не говорю, так сказать, о писательской работе, лежит литература. Основа любого сценического или кинопроизводства – это литературное произведение. Если там нет этой основы, не ждите хорошего кино. Даже если Спилберг вас будет финансировать, а Никита Сергеевич Михалков будет снимать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».